Фестиваль «Новосибирск читает Пушкина» проходит в рамках традиционного проекта «Парки Пушкина». Организаторы подготовили большую концертную программу. Здесь же на сцене наградят победителя областного конкурса творческих работ, который проходил ко Дню русского языка. Ну а ближе к вечеру начнется поэтический марафон. В этом году поклонники творчества Александра Сергеевича будут читать поэму Руслана Людмила. Новосибирцы любят поэта, новосибирцы любят этот праздник и ждут его. Я хочу сказать, что сейчас в 2 часа во всех районах города Новосибирска начинаются такие же праздники. В библиотеках, во многих учебных заведениях, в парках, в скверах и также во всех практически районах Новосибирской области. Сегодня свои двери распахнут по всей области 432 парка Пушкина. Это абсолютный наш рекорд. И, видимо, проект «Парки Пушкина», который областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» проводит уже с 2010 года, нам и вправду необходим, так как познание творчества поэта обычно заканчивается вместе со школьной программой. Ну, вообще, я Пушкина люблю. То есть, я вот хочу, чтобы лето, нравится. Которое наступило, как, сложный такой... Да можно что-нибудь сейчас вот прочитать из Пушкина? Все равно подарила нам площадки, где мы можем... Я уже забыла. Сейчас это не актуально. Ну, как-то, знаете, для нас, мне кажется, это как бы только благодаря каким-то праздникам мы об этом вспоминаем, каким-то событиям. Вот. Не настолько мы просвещены. Но все же в Центральном парке мы нашли детей, которые, по крайней мере, что-то из Пушкина помнят. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь над обитом. И днем, и ночью кот ученый. Все ходит под своим кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. На этом фоне даже очень актуально звучат поздравления с Днем русского языка и Днем рождения Пушкина от заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануиловой. Я хочу поздравить всех с праздником, пожелать всем найти и открыть для себя своего Пушкина. У большинства, я уверена, это случается в детстве. Но если кому-то не повезло, у вас есть шанс. Приходите в парке, открывайте томик Пушкина. Уверяю вас, вы получите удовольствие ни с чем не сравнимое. Ну а 6 июня с 10 часов утра начнется онлайн-марафон «Новосибирск читает Пушкина». Принять участие могут все желающие. Для этого необходимо прочитать стихотворение или отрывок произведения Александра Сергеевича на камеру и в этот же день выложить видеоролик в любую социальную сеть с обязательными хэштегами «Новосибирск читает Пушкина» и «Парки Пушкина 2021». Самых лучших ждут подарки и призы.